Камни, петарды и взрыв-пакеты. Возле Верховной Рады сегодня планировалось сразу несколько акций протеста, но к митингующим неожиданно примкнула группа радикалов, которые попытались поджечь шины возле нацгвардейцев, что спровоцировало столкновение с правоохранителями. В ответ на попытки полиции усмирить провокаторов полетели булыжники, чуть не дошло до коктейлей Молотова. Пострадали в результате 14 силовиков. Со стороны радикалов задержаны 9 человек, их личности сейчас устанавливают. Кто стянул людей к парламенту, неизвестно. Михаил Саакашвили на своей странице в Фейсбуке заявил, что участники Руху новых сил к потасовкам никакого отношения не имеют. А парламентарии в очередной раз призвали убрать палаточный городок возле Верховной Рады. Вибачте, будь ласка, кидати каміння в нацгвардійців, які вчора повернулися з другої лінії фронту, ну це просто злочин. В цій залі сидять депутати, які встановлювали намети. В цій залі сидять лідери фракцій, які підтримували той безлад. Давайте зараз вийдемо в те наметове містечко, де стоять намети, до яких навіть сніг не протоптаний, і попросимо їх звернути.